У меня в гостях находится Татьяна Сулимина, представитель модного дома Татьяны Сулиминой. Татьяна, расскажите, пожалуйста, про ваш модный дом и чем занимаетесь, и какую продукцию вы привезли с собой на выставку CPM? Ну, наш модный дом вообще существует уже с 1999 года. То есть мы достаточно так долго уже в этой индустрии работаем. Мы производим женскую одежду, авторскую женскую одежду, уже 20 лет, и были постоянными участниками недели моды Санкт-Петербурга, дефиле на Неве, участниками Mercedes-Benz Fashion Week. Сами организовали большое мероприятие в нашем регионе, в Воронеже, Luxury New Fashion Night. Пытаемся продвигать индустрию моды в нашем регионе, но и считаем, что у фэшн должна быть коммерческая составляющая. То есть любой дизайнер должен выходить в люди. То есть, в принципе, одежда создана для того, чтобы ее продавали и покупали. И в этом году мы первый раз участвуем в выставке, потому что до этого у нас были монобрендовые бутики, и мы работали с партнерами на партнерских отношениях. Теперь мы выходим в опт. Я очень благодарю Центр поддержки экспорта Воронежской области, который предоставил нам такую возможность первый раз поучаствовать в такой масштабной выставке. Мы предлагаем свою продукцию, собственно, знакомим ее с оптовыми покупателями. Очень будем рады, если вы придете на наш стенд. Мы готовы выслушать все пожелания. Но вообще 20 лет мы уже отрабатывали наши лекалы. У нас более 3000 лекал, отработанных лекал и только авторские модели. Татьяна, хотел уточнить, у вас только линейка женской одежды. И что вы с собой привезли на выставку CPM? У нас линейка только женская одежда, потому что я считаю, что каждый человек должен, ну, так скажем, нельзя быть профессионалом во всех линиях. Меня очень часто спрашивали, почему мы не делаем мужскую линию, потому что я отвечаю, потому что у нас есть куда стремиться, есть куда развиваться в линии женской. Поэтому мы развиваем линейку женскую. Единственное, что у нас есть две линии, это премиум-класса и средний плюс. Мы привезли именно пре-де-порте сюда, готовую одежду, которая готова уже к оптовым закупкам, отработанные лекалы, и уже есть цех по отшиву этой коллекции. Татьяна, для тех, кого заинтересовал ваш модный дом Татьяны Сулиминой, скажите, пожалуйста, где вас можно найти в рамках выставки CPM? В рамках выставки CPM мы находимся в 7-м зале. У нас наш стенд C06. Приходите, будем всех рад видеть. Татьяна, спасибо вам огромное и хорошего дня.